Добрый день, дорогие мои друзья. Меня зовут Галина Коломейко. Вы на канале Галина Коломейко Кройка и Шитье. Позвольте вас пригласить на наш очередной швейный марафон, на котором мы будем с вами шить платье с цельновыкроенным рукавом. Предыдущие три имели такой успех, что девочки до сих пор общаются в телеграм-чате, который называется «Швейный марафон», дружат друг с другом, помогают друг другу. И там сложилась такая хорошая атмосфера, что я думаю, что если вы туда присоединитесь к нам и будете участвовать, вам тоже все это очень-очень понравится. Итак, в этот раз мы с вами будем шить платье с цельновыкроенным рукавом. Давайте посмотрим, какое оно у нас будет. Оно у нас будет примерно вот такое. Давайте разберем его немножечко, посмотрите. Оно сделано из двух тканей компаньонов, хотя вы можете поступать совершенно не так, вы можете совершенно это не использовать, не применять, потому что, как обычно, на базе одной выкройки мы с вами можем выполнить... Ну, много-много разных моделей, которые чем-то обязательно будут отличаться друг другу. Мне вот, например, очень понравилась вот такая модель. Опять же, девочки из швейного марафона вот из этого чата прислали вот такое видео коротенькое и попросили разобрать это платье. Оно мне так понравилось, что я решила сделать это на швейном марафоне. На нашем швейном марафоне. Вот. И наши швейные марафоны, они обычно бывают как мини-курс, где мы с самого начала, с постановки технического задания, затем со снятия мерочек, начинаем все-все-все вот это выполнять, и отшиваем, и делаем примерку, и смотрим, что у нас получилось, если нужно, то правим, как править нужно, и так далее. Все это будет рассказано. Значит, несколько слов о себе для тех, кто еще не знает. Ну, я являюсь автором безликального метода кроя и м -м, порядка десяти уже каких-то книг по кройке и шитью. Вот у вас на картинке представлены только три из этих книг. Я думаю, что многие из вас уже с этим знакомы. Поэтому останавливаться на этом не будем. Итак, разбираем нашу модель, с чего мы начинаем работу. Конечно же, с технического задания. Вот вы должны нарисовать плоскостное изображение своей модели, той, которую вы будете шить, снять мерочки, записать прибавочки. У меня прибавки выбраны очень-очень умеренные, не широкие, не большие. Если вы хоть человек худенький, можете сделать себе прибавки побольше. Но я бы, собственно говоря, рекомендовала вот такой объем. Он будет очень умеренным, он не будет вам узок, мал, тесен, но в то же время он будет достаточно комфортен и удобен для того, чтобы было хорошо в нем находиться. Что я сюда добавила? Вот посмотрите на рисуночек. В конечных точках плечевого шва, как бы от рельефных наших овальных фигурных линий, я добавила на рукавчике небольшую сборку. То есть вот эта тема была из 80-х, 90-х годов прошлого века. Сегодня это все очень актуально снова, и поэтому, я думаю, применение ее здесь тоже будет достаточно уместным. Почему? Да потому что он делает рукавчик пошире, а значит покомфортнее, поудобнее. И я бы рекомендовала вам сделать центральную часть, темненькую какую, да, которую здесь показано, сделала бы ее какой-то из обыкновенной ткани сшита, плотненькая ткань, какая-то не тянущаяся ткань, достаточно хорошо держащая форму. Ну вот те ткани, из которых плательные, костюмные, из которых мы шьем обычно сарафанчики. А вот боковую часть вместе с рукавчиком я бы выполнила из какого-то подходящего по цвету трикотажа. Представляете, как было бы удобно? А под мышечкой вот этот переход от бокового шва к рукаву мы бы смогли с вами в этой ткани в трикотажной поднять повыше и лишнего объема в области груди у нас бы не оказалось, и вы были бы компактнее и меньше визуально. Хотя по комфортно оно было бы нисколько не хуже, а может быть даже и лучше обыкновенного точного рукавчика. Но еще что хочется сказать. При выборе ткани, вот на это я, например, что называется, поскребла по сусекам. То есть я открыла свой шкафчик, и что у меня там было, из того и сшила вот этот вот, вот этот комплект. Моделью в этот раз пришлось выступать мне самой. Хотя это и не очень удобно, но, по крайней мере, я сделала все, что э, возможно, и смогла как-то это вам снять и показать. Ну, изловчилась одним словом. Идем дальше. Нужно снять мерочки. У вас будет видео, в котором вы очень подробно будете этим, это делать, снимать вот эти мерочки. Затем нужно построить выкройку. У вас будет тоже достаточно большое видео, очень подробное, очень детальное, на котором вы, выполняя вместе со мной работу, у вас будет по вашим мерочкам, у вас будет получаться немножко другая конструкция, но она будет выверенная, она будет правильная. Я думаю, что никаких особых перемен у нас с вами не будет. Там была фотография, была, когда мы строили полочку, а сейчас фотография, когда мы строим с вами спинку. Полочку в цельнокраенных рукавах я обычно строю э, на бумаге, потом снимаю ее на калечку, и чтобы построить спинку, я уже отталкиваюсь от э, того, что у меня э, получилось на полочке. Но при этом, мое отличие от большинства других, я все-таки изо всех сил стараюсь сохранить баланс. И потому что э, главным условием отсутствие каких бы то ни было заломов, перекосов в области плечевого бокового шва у нас является, конечно, правильное Длина полочки и правильная длина спинки. А вы знаете, что разница между полочкой и спинкой является балансом. И этот баланс у стандартной фигурки всего там 1, 2, 2,5 см, иногда 3 То у нестандартной фигурки это может быть и 0, это будет сутулая фигурочка. И может быть и 4, 5, и 6, и 8, и 10. И очень часто вы меня спрашиваете, как быть, если у меня вот разница такая-то, потому что упрощенный крой, какой-то плоский крой, он не подходит вот таким вот фигуркам с большим балансом. А мы в нашем курсе сегодня, вот в этом вот, мы разберем еще подробно и эту тему, чтобы все вопросы, которые вы мне задаете, были сняты, чтобы у вас был свой баланс, индивидуальный баланс, чтобы у вас никогда не было никаких заломчиков. Вот следующий этап мы с вами посмотрим видео, как это раскроить на бумаге, обвести лекала, проработать все припуски и начертить вторые линии, и как потом все это вырезать. Ничего особенного, но в то же время вот эти все операции вы будете видеть наглядно и повторите их сами уже с большей точностью, с большей какой-то вот верностью, что ли, если так можно сказать. На предыдущем слайде мы с вами смотрели, как краить центральную часть, а вот боковую часть, видите, я добавила и развела наши, по плечевому шву наши так называемые боковые бачки, полочки и бачок спинки. И вот это расстояние, которое я здесь выбрала, я собрала на присборочку, и у меня получилась сборка. В верхней части моих рукавчиков, что добавило мне еще большую свободу, ну и определенную кокетливость, если хотите. Мне она не кажется абсолютно лишней, потому что выполненная из трикотажа, а не из чего-то жесткого, сухого, формоустойчивого, стоячего, она упадет и лишнего объема никогда вам не покажет. Кроме того, я вижу в этом только одни плюсы. Ну, собственно говоря, это ваш выбор, и можете совсем этого не делать. А вот это у нас будет примерка. Не все мне понравилось на примерочке. Мне, например, не понравилось, что вот эта точка, видите, где я ручкой держу, перехода от бокового шва к рукаву, она оказалась низко. И поэтому я заколола довольно много ткани булавочками на ребро для того, чтобы потом откорректировать. И когда мы уже приступили к шитью, я показываю вам, как я это все откорректировала. Здесь будет почти 50 фотографий, на которых вы будете видеть самые важные этапы работы. Они будут снабжены какими-то надписями, подписями, советами, комментариями для того, чтобы у вас не осталось ни одного, ни одного, даже самого маленького вопросика. Ну вот, таким получилось мое готовое изделие. Видите, какое оно, какое оно уже стало аккуратное, потому что я его переоформила. Мне не очень понравились вот эти рельефные линии, которые я там первоначально достаточно прямолинейные и угловатые нарисовала. Я их немножко все сгладила, сделала более плавными вот, и расширила в области талии настолько, насколько мне позволяли припуски. И подняла точку перехода Посмотрите, вот на, с левой стороны на рукавчике хорошо видно. Подняла точку перехода от бокового шва к рукавчику достаточно высоко. И это нисколько мне не помешало. Я чувствую себя в нем хорошо. Я уже прожила в нем несколько дней и провела не одно занятие с вами. Я полюбила это платье. Сюда только не хватает моей потерянной красной брошечки. Срочно надо купить вторую. Потому что вот все черненькое, черно-беленькое и красная яркая брошечка. На черном фоне здесь будет весьма и весьма уместно. В чем отличие наших марафонов от других? В том, что наши марафоны являются как бы законченным, совершенно завершенным мини-курсом. Уроки у нас идут в записи. По времени вас никто не э, ограничивает. Вы можете за эти 4 дня, неделю. Вы с 9 по 13 у нас будет, да? Вот этот марафон проходить, но вы можете не успеть сделать за эту неделю что-то, да? Если вы приобрели участие в этом марафоне, у вас есть личный кабинет на сайте коломейка.ру, вы можете иметь туда доступ столько, сколько хотите. Мы абсолютно не ограничиваем по времени оплаченный курс, в том числе и все марафоны, в которых девочки принимали участие, в том числе и этот. Ну и для общения, пожалуйста, чат в Телеграм для вопросов. До 13 апреля я буду там почаще, буду по возможности отвечать на ваши вопросы. После 13 апреля по мере необходимости. Поэтому еще раз приглашаю вас всех принять участие. У нашей марафоны полюбились вами, нашими зрителями, потому что они уже вот особенно после Третьего марафона до сих пор приходят какие-то. Он у нас был посвящен домашнему костюму из футера. Мы шили худи с капюшоном и шили брючки. Нашили худи и брючек. Этих костюмов нашили всей семье. И детям, и себе не по одному. И братьям, и мужьям. И большим, и маленьким, и полненьким, и худеньким. И из какой только ткани не нашили. И до сих пор прилетают ваши симпатичные фотографии. Поэтому, дорогие мои, приглашаю вас принять участие и надеюсь до скорой встречи в чате и телеграм и на марафоне. Найти нас можно либо по ссылочке, либо на сайте коломейка.ру. Итак, всегда ваша Галина